Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, и я вас приветствую. Как всегда, у нас традиционная рубрика – это обзор каталога. Ну, полистаем вместе с вами каталог, посмотрим его. Я бы сказала, что поделюсь своим впечатлением о каталоге, расскажу, что я хочу заказать из этого каталога. У нас начался новый каталог, пятый каталог, вот так вот он выглядит. Обложка каталога. Ну, супер предложение каталога. Расскажу, что я себе хочу приобрести из этого каталога. Сразу скажу, шикарный каталог. Это действительно, вот бывают каталоги, когда, ну вот, невозможно на чем-то сконцентрироваться, и хочется купить и то, и другое, и тем более цена такая приятная, со скидками, любимые продукты со скидками. Просто невозможно удержаться, чтобы не купить. И как раз вот этот таки каталог номер 5 из этой серии, когда просто невозможно ограничить себя в чем-то, хочется и то, и другое. И поэтому сегодня мы полистаем с вами каталог. Я люблю бумажные каталоги, люблю их получать, люблю листать, потому что шикарнейшее оформление, и для меня даже вот просто полистать каждую страничку, посмотреть ее, как тут дизайнеры поработали, ну, это вот отдельное удовольствие, прекрасная бумага, то есть пошуршать страничками, детально там понюхать, например, ароматизированной странички, это вот отдельное удовольствие от бумажного каталога. А для тех, у кого нету бумажного каталога, хотят посмотреть новый каталог, у нас есть группа ВКонтакте, я оставлю ссылочку в инфобоксе. Пожалуйста, заходите, вступайте в эту группу, там всегда все актуальные акции, новые каталоги, абсолютно новые, уже 7-й добавлен, хотя у нас сейчас действует 5-й, можно заглянуть в будущие каталоги. В общем, вступайте в группу, активничайте, задавайте вопросы, ставьте лайки, в общем, комментируйте посты, буду очень рада вам. Итак, давайте посмотрим 5-й каталог. Итак, у нас презентация в линейке Novage, уход за кожей нового поколения серии Procuticals. Здесь все подробно написано, экспертные решения для конкретных проблем, и многие ждали, многие действительно ждали какие-то вот именно продукты, которые уже завоевали популярность на рынке, и многие пользуются, а у нас вот на страницах как раз-таки наконец-таки появились эти продукты. И начнем мы с вами с сыворотки концентрата антивозрастного действия с ретинолом. Давно ждали этот продукт многие, я в том числе. Честно скажу, я никогда не пользовалась продуктами, содержащими ретинол в своем составе, но читала и смотрю видео. Врачей-дерматологов я смотрю, мне очень интересно узнать. И в итоге, когда появляется у нас на страницах этот продукт, я думаю, первое, что я себе закажу, вот из всех новинок, из трех новинок, я все-таки начну с ретинола. Нравится, хочу попробовать, расскажу вам потом результат. То есть он себя... Можно много говорить об этой серии, вкратце пробегусь. Он зарекомендовал себя очень хорошо с положительной стороны в борьбе с как анти-эйдж уход, да, с возрастными морщинами, в общем, с проблемами кожи на возрастном уровне. И ретинол очень популярен в этом уходе. Поэтому я хочу попробовать вот эту сыворотку, полностью пройти курс, посмотрю, как у меня будет реагировать кожа, а потом уже постепенно начну другие из этой же серии Procuticals покупать продукты. А вот здесь есть из чего выбрать. Например, шикарнейшая сыворотка с 10% витамином С. Цена у нее, конечно, такая приличная, сразу скажу. Но по-другому, здесь вообще инновационный продукт в плане
вот сохранение этого самого витамина С, этого антиоксиданта, потому что очень капризное вещество, которое вот донести до кожи его, скажем так, в первоначальном состоянии, в каком он и должен быть, в действующем веществе, очень тяжело во всяких косметических продуктах. И здесь вот он действительно очень интересно упакован. Здесь порошочек и вот сам концентрат. И они не соприкасаются, пока лежат вот в упаковочке, да, из четырех. На 4 недели курс, а его нужно будет перед применением сболтать. И тогда вот это действующее вещество, витамин С, и как раз будет в полную силу работать. Вот это вот ноу-хау Oriflame, как вот он, лаборатория наша сделала, чтобы донести максимальную концентрацию этого витамина С, антиоксиданта, чтобы вот именно он смог работать так, как он и должен работать, потому что обычно во всех, вот в косметических продуктах, и его-то как раз и тяжесть, скажем так, трудоемкость его донести, чтобы он именно работал, а не терял свои свойства, когда уже вскроешь упаковочку. Вот такой прекрасный продукт омолаживающий. А затем идет у нас сыворотка-концентрат для повышения упругости кожи с пептидами. Ампулки. Вот она, коробочка с ампулами. Тоже растительные пептиды 0,5%. Здесь идет в ампулах. Еще идет интересная штучка. Я просто бегло пробегусь, потому что про них можно много говорить. Это вообще можно отдельное видео по каждому продукту. Не буду останавливаться долго, потому что мы просто с вами листаем каталог. И я как бы выжимки вам основное говорю. И все, на что вот я сама обратила внимание. А сыворотка пилинг для обновления кожи 6% содержанием АХА-кислот. Тоже из серии Procuticals. Очень интересная штучка, потому что именно этот пилинг не нужно смывать. Обычные пилинги мы наносим на лицо и потом их убираем, снимаем. Этот не нужно. Прекрасно. Вот как раз после ретинола, наверное, скорее всего, я куплю себе вот эту сыворотку. Также курсом ее нужно проводить. Здесь содержится гликолевая кислота, молочная кислота и АХА-кислоты. И еще одна новиночка – это тканевая маска, двухслойная. Чем она отличается кардинально? Она двухслойная. Обычные наши тканевые масочки, у меня есть видео по Novage, они одним слоем, а это именно двухслойная масочка, здесь она показана, обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы с ниацинамидом и экстрактом центеллы. Вот это тоже новиночка из серии Procuticals. То есть много продуктов заходит у нас именно из этой серии, из новой серии. Причем, покупая один из продуктов серии Procuticals, который мы с вами сейчас посмотрели, есть хорошее предложение, не пропусти. Я обязательно себе закажу, потому что у меня закончилось очищающее масло для умывания. Я очень люблю это масло. Обязательно закажу, потому что, покупая один продукт, оно идет по специальной цене. Если так, оно 1260, то можно купить за 599. А так как есть дисконтная карта, то здесь еще дешевле получается. Обратите на это внимание, если будете из серии Procuticals себе что-то покупать, обратите вот на это предложение очищающее масло. Люблю ее, люблю это масло, оно прекрасно снимает макияж, потому что у нас сейчас у всех стойкие тональные основы, то есть такие вот тяжелая косметика, тяжелая для смывания, для очищения кожи. У меня кожа жирная, поэтому я уделяю огромное внимание для очищения кожи, поэтому покупаю соответствующие продукты, чтобы вот прям поры все были чистенькие. Поэтому рекомендую вам очищающее масло. Всего за 599 рублей. Ну и здесь у нас идут предложения из серии Novage.
Что еще? Что еще у нас здесь интересного? Много чего интересного. Предложение, то туалетная водичка, икла, мадемуазель, всего за 719 рублей. Прекрасный весенний аромат, легкий, воздушный, такой легкий. Здесь мне, что самое интересное, стало нравиться, в каталогах наш производитель стал писать концентрацию, то есть средняя концентрация аромата, да, например, две точечки, там три точечки, это уже сильная, там вечерние, такие уже 4, и можно легко ориентироваться, а какой же все-таки это аромат по стойкости, да, легкий, там воздушный, или наоборот вечерний такой глубокий, очень здорово, то есть она здесь пирамида основная и как раз-таки концентрация аромата. Очень много интересных предложений, конечно же, бестселлер «Экла», классическая, и мы листаем все три Love Potion, все три аромата серии Love Potion, у каждого своя концентрация, видите, уже стоит три точечки, то есть у аромата, у каждого аромата идет уже такая уже устойчивая аромат, все три, вот этот вообще самый у нас получается прекрасный за 999 рублей с засахаренной вишней, с ароматом засахаренной вишни. Оно эти чуть-чуть подороже, их очень любят. Love Potion вообще пользуется огромной популярностью. Легкие ароматы Joyce, все три представлены. То есть весна, всего 399 рублей. Весна у нас, да? Тепло, и хочется уже более таких легких ароматов. Ну, то есть мы устали уже за зиму, и хочется чего-то прекрасного и нового. Из декоративной косметики, что бы я себе еще заказала для макияжа? Здесь из серии Uncolor моя любимая кремовая помадка. Сейчас я вам покажу. У меня есть вот такая приготовленная вам корзиночка. Я вам покажу, как я люблю. Вот она из серии Uncolor. Я люблю эти помады. Сейчас у меня на губах она находится, одна из них. Люблю, я постоянно ими пользуюсь. Такими помадами. За что она мне нравится? Знаете, казалось бы, бюджетный сегмент. Вот она вся палитра, шикарная палитра здесь. У меня есть на канале Swatch. Я добавлю сюда ссылочку, она у вас появится. И можно будет выбрать, какую хотите для себя. Бюджетный сегмент, да, но качество прекраснейшее. Настолько она кремовая, пахнет карамелькой. Очень приятно ее на губах ощущать. Она не скатывается, не расползается. Прекрасно. 179 рублей у нее цена, поэтому обязательно посмотрите, присмотритесь к этому, если вдруг вам что-то там смущает, что цена или еще что-то. Нет, у нее качество действительно, девчата, премиального. Вот, прекрасная штучка. Объемная тушь, водостойкая тушь из серии Uncolor, также по специальной цене 219 рублей, можно выбрать любую. Закажу себе карандашик вот этот для бровей. У меня также есть свотчи на этот карандаш, я поставлю видео, посмотрите, светлый и какой, коричневый, светлый и коричневый. Хорошие карандашики для бровей, очень нравятся. И здесь у нас опять идет новинка, да? Новинка туши, серия The One, стойкая тушь для ресниц с эффектом распахнутого взгляда. The One in Action. 269 рублей. Вот такая вот красная тушь. Ой, я, девчата, еще прошлую тушь не протестировала. Я ее по-честному купила в прошлом четвертом каталоге, нашу новиночку. Не знаю, как вот так
Вот, 5 в одном. У меня их 2. Одна водостойкая, другая обычная водостойкая. Я их еще даже не раскрывала. Видите, она у меня идет упакована вот в этой фольге в защитной, чтобы никто не мог вскрыть и посмотреть, и чтобы она дополнительно не сохла. Мне еще по ней надо сделать видео, показать вам, какая щеточка и чем она сейчас отличается от прошлой туши 5 в одном. А тут выходит еще одна новиночка, и, наверное, нужно ее тоже брать и буду заказывать, и буду подряд снимать, получается, видео, покажу. Ну, вот здесь кисточка, конечно, она более такая реденькая. Ну, попробуем. Куплю, попробую, посмотрю. По крайней мере, когда мне кисточка не нравится, вот даю вам свой личный совет. Я просто ею не пользуюсь, а беру любую, любимую свою кисточку, и тогда ею дальше продолжаю пользоваться. Потому что кисть-то тушь-то не виновата, тушь-то прекрасная. Я просто меняю кисть и дальше пользуюсь тушью. Ну, может быть, эффект-то и не тот, какой заявленный ты кистью, но если вдруг она мне не подошла, я просто безо всякого меняю и всю кисточку. А здесь у нас что? Жидкая матовая помада. Тоже она у меня есть. Я, правда, редко ей пользуюсь, потому что цвета такие яркие. Я не очень любитель, но вот купила, иногда я ей пользуюсь. Хотя уже у меня здесь, судя по свету, у меня уже вот столько ее. Ну, значит, пользуюсь. Вот она тоже есть. Вот из этой серии. Вот она. Какая-то вот из этих. Вот это вот. Вот, вот это. Как на картинке, как говорится. Тоже есть гель-лаки. Обращаем внимание, кисти. Кисть для контуринга обновлю себе, куплю. Это то, что вот я себе хочу купить и то, что куплю. А обязательно стойкий консилер куплю. У меня закончился. Вообще нету консилера. Вот как-то я так на него раз и обратила внимание. Возьму себе светлый стойкий консилер. Есть также видео. Вставлю сюда со сводчами, чтобы посмотреть можно было удобнее. А в серии Giordani Gold еще остановлюсь, покажу вам антивозрастную губную помаду из серии Master Creation. К сожалению, у меня сводчи нету, но есть одна помадка. Вот она. Тоже вот такой вот насыщенный. Насыщенные у них цвета. Хотя я вот по фотографии тоже брала. Это вот это вот. Третий я вот куда прислонила, это вот, вот этот цвет и есть. Вроде на фотографии она не такая и яркая, ну хотя яркая. Ну, такие цвета такие, насыщенные. Вот она у меня есть. И что еще? Здесь ведь... Ой, я Giordani-то пропустила, девчата. А есть на что обратить внимание. Вот эту штучку я давно ждала. Думала, появится у нас в Oriflame или нет. Я пользовалась другими такими же карандашами. Чем они мне нравятся? Мне нравится вот эта вот пуховочка на конце. Не как обычная вот щеточка для расчесывания, а именно для придания вот этот вот аппликатор как раз и дает объем, скажем, и... Ну вот необычно он такой естественный цвет у него получается. Он, во-первых, и растушевывает хорошо карандаш, заполняет недостающий вот объем между прокрашенными волосками. И вообще очень удобен. Поверьте, очень удобен, потому что я в магазине покупала подобный карандаш и обязательно куплю себе здесь, сейчас закажу и буду тестировать, и вам покажу, как он выглядит. Если хотите, в общем, ждите, я сегодня буду делать заказ и выложу обязательно вам сводчи на этот карандаш. Я давно, долго его ждала, думала, появится или нет, потому что Giordani-ские карандаши, они прекрасны, но на всех на них была щеточка для расчесывания бровок. А здесь именно аппликатор, который нужен, ну вот особенно... Я люблю его, у меня светлые брови, и они у меня
не густые. И вот чтобы заполнить это пространство, вот он очень деликатно, вот я прям подробно останавливаюсь, он очень деликатно заполняет, идет как кушон, заполняет пространство. Что еще у нас здесь? Вот на что бы я еще обратила внимание, что я буду покупать? Давайте уже, наверное, буду заканчивать, а то у меня как-то так, я как разойдусь, и я люблю каталог, я говорю, люблю листать его, смотреть, что здесь есть. Серия Optimals, вот интересная, и идет со скидками. Солнцезащитная, актуально сейчас, солнце у нас яркое, солнцезащита нам не помешает, идет как раз со скидками. Моя любимая также серия Love Nature. Вот я думаю, какой мне тоник взять из двух. Или взять тоник, который идет в плату за доставку, чтобы доставку не платить. Вот я подумаю, либо Love Nature возьму, либо... Там есть васильковый тоник, и также из натуральной серии, может быть, возьму его. Обратите внимание, вот такой вот маленький такой значочек, написано «Маска для лица многоразовая фиксирующая». Прелесть! Я когда это увидела, вот она идет. То есть эта многоразовая масочка, она чем хороша, когда обычную маску делаешь, не тканевую, а обычные вот такие кремовые масочки, и чтобы усилить эффект, чтобы она не быстро подсыхала, а сделать такой вакуум на лице, такой парниковый эффект, чтобы она больше, как говорится, поры распарились и больше проникла масочка в кожу. Вот как раз хорошая штучка. Вот это я себе уже в заказ положила, чтобы не пропустить. Очень хорошая. Очень много масок. Очень много масок. Вообще мультимаскинг можно сделать. Можно отдельно. И новинки здесь есть. И вот эти маленькие мне нравятся. Они у меня были. А вот эти аппетитные. Это вообще невозможно устоять для волос. Но это уже для волос идет. Авокадо, банановое и манго. В общем, кому какой нравится, тот и берем. Botanicals идет. Выгодная покупка, покупаете два, цена здесь, соответственно, меньше. Прекрасный шампунь, я сейчас как раз им пользуюсь, очень нравится, причем для всей семьи и для ребенка тоже. А, ну вот еще, мои любимые гели серии Discover, причем большого объема, 2XL, то есть 400 миллилитров. А вот у нас новиночка. Кто любит твердые шампуни, девчата, кто любит твердые вот такие вот в виде мыла шампуня, пожалуйста, твердый шампунь для нормальных волос с авокадо и ромашкой. Заменяет, одно мыло заменяет два обычных шампуня по 250 миллилитров. Представляете, какое оно концентрированное. Экономичный формат. Возьму попозже, протестирую. Очень хорошо в дорогу брать, когда едете в отпуск, чтобы не брать вот эти бутыли с шампунем. Вот хорошее предложение, за что большое, огромное спасибо Oriflame, что они до этого дошли. А вот эти последние две страницы каталога, ну я вообще не могу мимо их пройти и удержаться, потому что вот закажу и эту серию с черникой, и с голубикой, с ежевикой. В общем, сладкости. Черная смородина содержит семена черной смородины в этом. Здесь питательная маска смузи, обновляющий скраб мармелад. Вы только вчитайтесь, да, вот вообще шикарная серия. Смягчающий крем йогурт. Это вот новинки из серии Love Naturals. Мои любимые. Экстракт черники, экстракт йогурта. Обязательно возьму. Покажу вам. А вот эта вот аппетитность последняя. Ну, на нее даже листая смотреть невозможно. Просто пройти мимо и не купить хоть что-то. Возьму все. Девчата, возьму все и покажу. Здесь и мыло. А какой аппетитный скраб. И его же невозможно просто так на него смотреть. Охота взять ложку и скушать. Так что точно надо в ванной держать и без ложки подходить к нему. А это у нас крем-йогурт для тела. Крем-йогурт для душа.
Нет, ну это такой соблазн, от которого вообще я просто мимо не могу пройти. Экстракт брусники, экстракт йогурта, экстракт малины. Ароматизированная страничка. Через экран не передать, поэтому за что я люблю вот бумажные каталоги. Просто невозможно пройти. Дары природы для нежной кожи. Ну, конечно же, я это возьму. Ну и супер предложение. Это любой оттенок, карандаши. А здесь веером карандаши для губ, карандаши, девчата, уже все заговорилось, пора заканчивать. И карандаши для глаз, выкручивающиеся карандаши. А сейчас вам покажу, у меня тут есть еще одна штучка. Все уже заканчиваю, все, девчат, заканчиваю. Я их не показала еще вам, Джордани. Вот они, у меня они здесь все есть. И все. Ой, и этот. Да, это отсюда. В общем, здесь есть. Сводчи тоже есть. Я приложу, покажу, как они выглядят. Это у меня вот этот веер. Карандаши для губ, для помады. Еще там в каталоге есть карандаши со скидкой из серии Giordani Gold. Тоже карандаши для губ, тоже есть сводчи, тоже приложу, покажу. В общем, все, девчата, рассказала. Обзор по пятому каталогу у нас получился с вами хороший. Поэтому смотрите, выбирайте, напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы себе взяли или закажете, точно уже знаете, кто видел каталог, что вы себе хотите купить. Заказать из этого каталога. Пишите, не стесняйтесь. Ну, правда, интересно. Заходите в группу. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет. Делитесь видео. Пишите под видео комментарии. Ну, очень интересно узнать, кто что закажет. Почему нет? Я вот вам говорю, вот что я буду заказывать. Если хотите видеть уже готовые заказы, распаковки, как я раньше делала, дайте мне знать, напишите в комментариях, что вам это интересно. Просто я вот вам говорю то, что я буду заказывать и то, чем я пользуюсь. Ну, если вам охота вживую увидеть эти продукты, как говорится, а не в каталоге, ну, дайте мне знать. То есть я буду знать, что вам это интересно, и я буду распаковки своей косметики снимать и показывать. Не только делать тесты или сводчи новинок или декоративной косметики. Напишите, дайте знать, давайте общаться с вами. В общем, все, я заканчиваю. Ставьте лайки на мой канал, подписывайтесь, делитесь моим видео, заходите в группу, обязательно заходите в группу во ВКонтакте ко мне. Будем с вами дружить. Все, хороших вам покупок, прекрасного каталога. До новых встреч. Пока-пока.